тему. Вам нравится? А теперь прокатимся по всему миру. Это... Посмотрим на сказочные страны. Урок географии. Урок географии, собственно. И песня о том, как забывай на самом деле свои... хорошо у себя. Город в твоем городе. Постой. Вполне удобно быть французом. И жить во Франции. Иметь талант по борделям бестолково болтаться. Быть Иисусу поданным и искусным модником. Цитировать Наполеонов, Карлов и Людовиков. С британских ночей эмоции саквояж. На скором экспрессе пересекает Ла-Манш. Крайне важно Альфонсу держать себя в форме. Женщина любит, женщина кормит. Много наречий славных по пути в Рим из Парижа до Салансальских долин. Быть кирпичным. Нам не обидно за отчизну, если речь зашла вдруг о цыганском вопросе или квотах на кефаль в шаландах, где фармафабрик закашенных лопатой лопает. Ведь антиглобалистам и крайне зеленый модно выступать в защиту аборта на благо нации. Удобно быть французом и жить во Франции. Не в Бухаресте, и не в Берлине, не в Братиславе, и не в Софии, не в Копенгагене, и не в Тиране, не в Будапеште, и не в Любляне, не в Буэнос-Айресе, не в Монтевидео, не в Бразавиле, не в Рио-де-Жанейро, и не в Дебойне, не в Орлеане, не в Эльтоне, и Йокогаме. Лучше быть японцем. Кем? Японцем, проживая в стране восходящего солнца. Трудиться над изобретениями, да аниме. И продвигать повсюду искусство аниме. Я живу там, где Такеши Кита. Но снимать кино, где не беда, любая еда. Но одного не дано. Мало уж Японии, свободной территории. Курильских островов бы взять бы себе шоли. Но это не так просто, поэтому делаем вздохи. С России шутки плохи, хотя и мы не лохи. Наши технологии есть даже в Мехико. И пропускаться не будет у техника, как у техника. Производить все качественно, наш народ пытается. Но мы не путать нас со всякими китайцами. Повсюду краски наши внушительной истории. Так что прекрасно быть жителем Японии. Не в Тегеране, и не в Омане, не в Абу-Даби, и не в Панаме, не в Магадишо, и не в Каире, не в Эль-Аюне, и не в Алжире, не в Адис-Абебе, и не в Асмере. А в Катманду я даже ехать не осмелюсь. Не против, может быть, не в Антанан-Тарифу. Так угадайте, где же я живу счастливым. Но проще быть американцем, патриотом нации, проживать в Нью-Йорке обычным музыкантом, отправлять демозаписи на радио и верить в цели, что есть справедливость и демократия. Тут проще автостопом простому американцу исколесить страну от и до с одним ранцем. Говорить по-английски с дутой заявкой на правильность в русскоязычной общине, напрягая слюнявую пасть. В дороге разузнать о первой иммиграции, где селились ирландцы, кто за свободу ли сраться. Купить антикварный, то есть допотопный винтажик. Луизианин, ну скажем, гитару на распродаже. Во всем Америка больше нам говорит собеседник, как больше некого просто для Серега и Сени. Мне, к примеру, приятно, уже сотнулись цитаты. Я гражданин Соединенных Штатов. Не в Лошане, и не в Сиане, не в Сингапуре, и не в Куала-Лумпуре, не в Каньяре, и не в Маниле, куда только меня другие не манили. И не в Акюрере, и в Сан-Фердюре, и в Уральный Микс, и в Спенса-Дюре, и не в Байо-Бамба, и в Тикусигальпе, и в Ульягуэ, и не в Хуигальпе. Как настроение? И в Хуигальпе! Вообще не слышно, вы можете погромче, что у вас? Я вижу здесь, а? Давай, качаться! А теперь дискотека! Вообще просто с ума сходим! Вы не знаете! Только здесь, только у нас! Ни в какой, ни в Канаде! Ни в Бразилии, нигде! Казахстане! Я вижу, пока! Пока! У-у-у.